расплаты начались. Мы днем отдали вот это заявление, отдали, а уже где-то после трех нам перечислили всю сумму, которую, ну, должны были перечислить. Где и как вкладчики банка «Мегаполис» могут получить страховое возмещение? Отдых с поправкой на эпидситуацию. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора организована работа по приобретению рециркуляторов, бесконтактных термометров, антисептиков, дезинфицирующих средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты. В Чебоксарах готовятся к летней оздоровительной кампании. Заявки на приобретение путевок начнут принимать 10 апреля. Артисты за колючей проволокой. Максимально светлая постановка, чтобы зритель уходил с ощущением того, что да, мы все конечны, но в наших силах прямо сейчас сделать что-то важное и хорошее для своих близких. Чебоксарский камерный театр показал премьерный спектакль в Цивильской исправительной колонии номер 9. 10-летний мальчишка, он стал в ряды строителей Сурского рубежа, заменив больную мать. Я говорю, а я могу заменить? Он меня даже не спросил, сколько мне, какого года, сколько лет. Что ты умеешь делать? Я, конечно, не думал, у меня выскочил совет. Я на лошади могу работать. Ветеран тыла Кузьма Трифонов вспоминает, как возводили линии обороны. Здравствуйте. В прямом эфире «Вести Чебоксары» о событиях вторника, 6 апреля, расскажут корреспонденты ГТРК «Чуваши» и я, Анна Давыдова. Почти 3 миллиарда рублей выплатит вкладчикам банка «Мегаполис». Напомню, лицензию у кредитного учреждения «Центробанк» отозвал 26 марта. Как и в какие сроки производится страховое возмещение, сегодня узнала наша съемочная группа. Возврат денег начался в этот понедельник. Агентом, выплачивающим страховые возмещения, стал Сбербанк. Первые выплаты вкладчики уже получили. Они рассказывают, процедура занимает не больше нескольких часов. Обратились мы в отделение Сбербанка с заявлением, чтобы нам выплатили вот эту страховую часть. Где-то мы днем отдали вот это заявление, отдали, а уже где-то после трех нам перечислили всю сумму, которую, ну, должны были перечислить. Сегодня, получается, утром 9 часов я поехала в отделение Сбербанка на 9-й пятилетке. Вот, и за полчаса, можно сказать, деньги уже у нас лежали на счету. Получить выплату можно будет в течение года. Те вкладчики «Мегаполиса», которые также являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться за страховым возмещением онлайн, без посещения офиса. Сбербанк является агентом по выплатам агентства по страхованию вкладов. И мы осуществляем выплаты для тех клиентов, у кого были счета либо вклады в банке «Мегаполис» на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выплату можно получить двумя способами. Либо через онлайн-приложение Сбербанк онлайн, ну, либо на сайте Сбербанк. Там нужно в поисковой строке выбрать страховые выплаты по вкладу. Либо в офисе Сбербанк. Для этого вам нужно прийти с паспортом в один из 35 филиалов в городе Чебоксары, либо Новочебоксарский. И можно по заявлению получить деньги либо на вклад, либо наличными. Для юридических лиц это 6 филиалов в городе Чебоксары. Полную информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих возмещение и режиме их работы, можно узнать по телефону горячей линии 8 800 555 5550. Звонок по России бесплатный. Екатерина Данилова, Вадим Владимиров, «Вести Чувашия». В республику поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник Ви» в количестве 9600 доз. Вся новая партия пришла во флаконах по одной дозе, сообщают в Минздраве. Это упрощает выезды мобильных прививочных бригад на предприятия. Проще становится работать и мобильным пунктом вакцинации, куда люди обращаются без предварительной записи, объясняют в профильном ведомстве. Напомню также, что сегодня записаться на прививку от коронавируса можно через регистратуру поликлиники, клиники по месту жительства, на приеме у врача через единый номер 122 и портал госуслуги. Отмечу, что с начала пандемии в республику поступило больше 59 тысяч доз вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. На сегодня прививку сделали уже больше 43 тысяч жителей Чувашии, причем 29 тысяч из них вкололи оба компонента спутника ВИ.
Летом в детских, школьных и загородных лагерях Чебоксара отдохнут почти 40 тысяч школьников. На оздоровительную кампанию из бюджета города направлено более 32 миллионов рублей. Такие данные сообщили на совещании в городской администрации. О том, по каким правилам будут работать лагеря в этом году, в следующем сюжете. После годового перерыва они снова заработают. Загородные лагеря «Бригантина», «Березка» и «Волна» готовы к летней оздоровительной кампании. Еще в прошлом году в них провели ремонт на сумму почти 4 миллиона рублей. Но из-за коронавируса учреждение пришлось законсервировать. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора организована работа по приобретению рециркуляторов, бесконтактных термометров, антисептиков, дезинфицирующих средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты. В этом году загородные лагеря будут заполнены лишь на 75%. На этом пока настаивает региональный Роспотребнадзор. Правда, в ведомстве не исключают, если эпидситуация в регионе останется спокойной, то работа оздоровительных учреждений будет возможна и на полную мощь. Вернуться к этому вопросу в середине июня после проведения хотя бы одной смены добавляют в ведомстве. Кроме этого, вводится еще несколько условий по организации пребывания персонала в лагере. Я предлагаю предусмотреть дополнительное финансирование на обследование персонала. Дело в том, что у нас разрешено, что персонал не будет жить в лагере. Поэтому тот персонал, который будет каждый день выезжать ночевать домой, он должен будет еженедельно обследоваться на коронавирус методом ПЦР. Заявочная кампания по приобретению путевок в лагеря стартует уже в эту субботу, 10 апреля. Стоимость путевки на 21 день составит 15 900 рублей. Узнать, остались ли они в наличии, родители могут на портале единой республиканской автоматизированной системы. Более того, в четверг, 8 апреля, пройдет общее онлайн-собрание, на котором мамы и папы смогут задать все интересующие их вопросы представителям управления образования города и руководителям лагерей. Анна Давыдова, Михаил Солин, Вести Чувашия. Чебоксары вновь станут площадкой, на которой будут обсуждать перспективы развития электротехнической отрасли. С 20 апреля в столице Чувашии начнет свою работу 6-я международная научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России». В рамках форума свои двери откроет и выставка «Релав Экспо». Главная тема конференции – цифровая трансформация в электроэнергетике. Как отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов, заявки на участие уже подтвердили ведущие предприятия отрасли. Зарегистрировали порядка 300 специалистов – проектировщики, производители и потребители электротехнического оборудования. На выставке будет представлено 35 экспозиций. В программе форума предусмотрено пленарное заседание и работа тематических секций, на которых будут обсуждать вопросы модернизации. Отдельные площадки запланированы для проведения молодежной конференции. Для участников конференции будет организовано посещение электротехнических предприятий Чувашской республики. То есть мы рассматриваем эту выставку как один из инструментов продвижения продукции наших предприятий. После скитаний по разным углам Батревская детская школа искусств обрела собственное здание. Ремонт проводился за счет субсидий из бюджета республики и длился 2 года. В единственном в районе учреждении дополнительного образования обучаются почти 500 учеников. Среди них лауреаты республиканских, международных и российских конкурсов. Какие условия созданы в обновленной школе искусств и о чем здесь еще мечтают, расскажет Ирина Николаева. Это здание 86-го года постройки, раньше было торговым центром, а сама детская школа искусств в последнее время ютилась в физкультурно-спортивном комплексе. Сейчас здесь полностью обновлены фасад и крыша, заменены окна и коммуникации, обустроены внутренние помещения. На ремонт направили 32 миллиона рублей, львиная доля средств из бюджета республики. В 2022 году будет со дня основания детской школы искусств 60-летие. Конечно, долго ждали, скитались с одного места на другое, 8 раз, 8 раз уже наконец-то приехали сюда. По нацпроекту «Культура» в школу искусств поступили музыкальные инструменты, современное оборудование и учебная литература почти на 3 миллиона рублей. Сегодня это центр музыкального, хореографического и художественного воспитания для детей со всего района. Здесь постоянно работают творческие коллективы учащихся. Народный ансамбль «Задоринки» появился еще четверть века назад, когда в детской школе искусств начала преподавать выпускница Чебоксарского музучилища Вероника Макарова. Она же, по сути, и создала фольклорное отделение. Сейчас у коллектива есть старший и младший состав. Ансамбль – постоянный участник районных праздников. Он не раз становился победителем республиканских конкурсов.
Исполняем народные песни, как русские, так и чувашские. Все поют, и дедушка, и сестра, и мама с папой поют. Старинные песни хотим показать. Мы их хотим сохранить. Мы даже используем обработки современные, у нас фонограммы используем, чтобы детям было все-таки интересно не только под гармошку петь, но и под фонограмму поем. Обучение проходит по 24 творческим направлениям. Это фортепиано, народные инструменты, хореография, вокал, театральная студия, живопись, декоративно-прикладное искусство. Больше 30 лет своим мастерством с детьми делится художник, заслуженный работник культуры Чувашии и России Митхат Шакиров. Несколько десятков его учеников стали архитекторами и художниками, дизайнерами и модельерами. Время теперь диктует нам, чтобы наравне со временем мы, прежде всего, преподаватели сами поменялись. С другой стороны, посмотрели на свою работу, на обучение. Ну, скажем, время диктует того, чтобы теперь дети как бы больше обращались к компьютерам, к компьютерным технологиям. Сегодня в школе дополнительное образование получает почти 500 учеников. Их обучают 19 преподавателей. Но в обновленной школе искусств катастрофически не хватает помещений. В учебных классах, к примеру, вместо 10 учеников занимаются вдвое больше детей. Нет зала для хореографии, а во время отчетных выступлений сцена и зрительный зал не вмещают всех желающих. Пока в здании детской школы искусств могут обучаться только треть учеников. Здесь обучаются 150 детей, остальные дети у нас обучаются в структурных подразделениях на базе общеобразовательных школ. У нас всего, кроме этого, еще 10 структурных подразделений. Если мы все вместе соберемся в одно место, в одно учреждение, будет намного удобнее и для преподавателя, и для обучающихся. Поэтому здесь мечтают отремонтировать и соседнее старое здание. В бывшей средней школе номер 1 недавно занимались будущие художники. На проект реконструкции в этом году уже выделено 2,5 миллиона рублей. Но чтобы начать ремонт, нужно постараться попасть в федеральные программы. Без поддержки такой объем работ не осилить, говорят в местной администрации. А еще в школе искусств ждут молодых специалистов. Большинство нынешних педагогов уже пенсионеры и со дня на день могут уйти на заслуженный отдых. Новым сотрудникам обещают хорошую зарплату и даже предоставят жилье. Ирина Николаева, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Весна все активнее заявляет о своих правах, однако тающий снег обнажает скопившийся за зиму мусор. Традиционно в апреле и мае в городах и районах проходят акции по очистке и благоустройству аллей, парков и лесов, а также берегов, озер и рек. Республика присоединится к массовым эко-субботникам «Зеленая весна». Особое внимание будет уделено не только благоустройству территории, высадке деревьев и кустарников, но и выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Ключевой датой в этом году можно назвать 24 апреля. На этот день намечена масса мероприятий. Пройдет Всероссийский субботник, а в Заволжье в этот день активисты и волонтеры планируют присоединиться к международной акции «Сад памяти». Старт ей дали 18 марта в Севастополе. Мероприятие посвятили памяти народного артиста СССР Василия Ланового. Акция предполагает высадку 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». Акция проходит по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. В 2020 году, несмотря на режим самоизоляции, только офлайн она объединила свыше 300 тысяч людей в более чем 50 странах. В Центре управления регионом озвучили самые популярные запросы от жителей Чувашии за прошедшую неделю. Рейтинг возглавила запись на вакцинацию от коронавируса. Через госуслуги на прививку за минувшие 7 дней записались 285 раз. По данным ЦУР, в соцсетях люди чаще всего интересовались нововведениями в правилах выплат на детей от 3 до 7 лет и состоянием дорог. Где-то их не вовремя расчищают, где-то их подтопило. Жители также жаловались на то, что по многим трассам невозможно ездить, яма на яме, и просили проезжую часть отремонтировать. Также в топе запросов проблемы в сфере ЖКХ. Люди недовольны работой многих управляющих компаний. Также их волнуют протекающие крыши домов, потопление подъездов и подвалов и перебои в водоснабжении. В ЦУРе назвали самые активные по запросам муниципалитеты. Больше всех на решение назревших проблем через соцсети надеются жители Чебоксар, Канаша и Алатыря.
Увидеть звезды и планеты, смотреть развивающие фильмы в 3D-формате. Такая возможность появилась у воспитанников Чебоксарского детского сада номер 7 «Созвездие». Оборудование уже установлено, первые сеансы состоялись, и юные зрители оценили фильмы о космосе прямо в стенах садика. Одно нажатие кнопки, и на экране появляется объемная картинка, и сразу же детский восторг. Познавательный фильм о космосе с первых секунд захватил внимание ребят. Милана Цыганова с родителями часто посещают кинотеатр. Мультфильмы любят смотреть именно в 3D-формате. Мне очень нравится смотреть мультфильмы в специальных очках, как будто я сама там нахожусь. Теперь такой кинотеатр есть и у нас в детском саду, с удобными очками и сиденьями. В новом 3D-кинотеатре 12 посадочных мест. Стоит снять волшебные очки, и весь эффект сводится на нет. Именно в 3D-формате фильмы производят особое яркое впечатление. Все, что показывают детям, с удовольствием смотрят и воспитатели. Педагоги признаются, что многое тоже открыли для себя впервые. Мы очень рады, что в нашем детском саду появился такой кинотеатр. Это очень познавательно для детей, потому что 3D-очки, 3D, они позволяют детям именно быть внутри событий, почувствовать самих себя, что они тоже участники этих мероприятий. И мы фантастически даже рады, а дети особенно. Дошкольное учреждение оправдывает свое название «Созвездие». Совсем недавно в этом садике появился цифровой планетарий, а сейчас и 3D-кинотеатр. Учебная программа для детей здесь обширная и связана не только с темой космоса. Воспитанникам будут демонстрировать познавательные фильмы о природе, животных и достижениях науки. Сегодня мы с вами увидели наших детей, как они радостно с возгласками воспринимает тему космоса на ура. Они смотрят фильмы, они играют с игрушками, связанные с космонавтикой. Ну, я думаю, возможно, у нас здесь сидят и в будущем будут космонавты, которые прославят наш город, нашу Чувашскую землю, нашу страну. Елена Михайлова, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. «А рыбы спят» – так называется новая постановка Чебоксарского камерного театра. Один из премьерных показов актеры решили провести за колючей проволокой и отправились в Цивильск, в исправительную колонию номер 9. Как в учреждении строгого режима прошла встреча с прекрасным, расскажем прямо сейчас. Центр досуга в колонии превратился в настоящий магнит, притягивающий публику. В назначенный час сюда стали подходить осужденные. Какой спектакль им покажут, зрители в робах пока не знают. Но сюрприз, надеются, будет приятным. Профессиональный театр в колонии – событие само по себе неординарное. Некоторые люди умирают от скуки. Другие от того, что в ногу укусила собака. Третьи – потому что не знают, что жевать электрические лампочки нельзя. Это спектакль по произведению современного немецкого драматурга Йенса Рашке. Режиссер-постановщик Оксана Погребняк говорит, что само содержание пьесы – очень хрупкий материал, ведь речь идет о смерти. И эта пронзительная тема может зазвучать в жизни каждого человека совершенно неожиданно. А пьеса сложена таким образом, что помогает найти ответы на сложные вопросы. Все эти смыслы, они как бы языком ребенка анализируются, да, и это очень получается так... Не так тяжело, как кажется. Мне кажется, что и мы, по крайней мере, старались всеми силами сделать так, чтобы это была максимально светлая постановка, и чтобы зритель уходил с ощущением того, что да, мы все конечны, но в наших силах прямо сейчас сделать что-то важное и хорошее для своих близких. Умер ровно год тому назад, через 4 дня после того, как мне исполнилось 9 лет. Тоже странное слово. Но умер, имею в виду. 10-летняя Джета теряет младшего брата. Он уходит из-за тяжелой болезни. В семье знали, что это рано или поздно произойдет. Героиня помогает родителям пережить горе. Ее взгляд на мир совершенно иной. Там нет безысходности. Лучиками солнца пронизывают ее добрые воспоминания о брате. И девочка пытается, чтобы этот свет согрел все вокруг. И в первую очередь безутешных родителей. Она обещала своему брату, что она будет его помнить. И каждое воспоминание... о нем она воспринимает не как, то есть, боже мой, его больше нет со мной, это все ужас, а как его, ну, дань ему, как бы ему, как это через... То есть она с тем, что она вспоминает его, то, что она все это прокручивает в себе, она приносит как бы ему счастье и себе в то же время. Эту тонкую душу понимают зрители. Ловит каждое слово, каждый звук флейты. В зале стоит абсолютная тишина, но в этом безмолвии чувствуется напряженная динамика.
Проникновенный образ буквально стучится в каждое сердце, вызывает отклик. Это делает явной, ощутимой, невидимую энергетику зала. Колония номер 9 – режимный объект. Здесь люди отбывают наказание за тяжкие преступления. Спектакль с доставкой в места не столь отдаленные отвлек от однообразия повседневной жизни. Кого-то заставил задуматься. Конечно, с удушевлением, потому что, ну а что здесь такие? Ли труд, либо что-то надо себя чем-то развлекать. Вот. Каждое мероприятие интересно, потому что как отвлечься, отвлечься, больше, чтобы... Жизнь, а то чудо. Все равно же когда-то уйдем отсюда. Не все осужденные смогли посмотреть спектакль. Колония рассчитана более чем на 600 человек. Зал не сможет вместить всех желающих. Так что поход в театр стал поощрением для тех, кто отличился в труде и общественной жизни. Данную идею мы восприняли очень хорошо. Мы всегда рады, когда к нам приезжают осужденные. Все-таки смена обстановки, другое направление деятельности. Они получают, и, во-первых, опыт вот, театральный. Вот у нас, допустим, кружок да, находится. Сами осужденные активно занимаются творчеством. Семь кружков по интересам не пустуют. Активисты устраивают концерты, играют в КВН, участвуют в постановках. Все это нацелено на социализацию и дальнейшую адаптацию в обществе после отбывания срока. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. В строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей участвовали совсем юные работники. Хотя по закону к мобилизации должны были привлекать только с 17 лет. На деле все обстояло иначе. Нашей съемочной группе удалось найти одного из самых юных свидетелей тех лет. В 41-м Кузьме Трифонову было всего 10. Он вызвался на работу сам, заменив больную мать. Кузьма Трифонович к труду был приучен с малых лет. Времена и до войны были трудные. Взрослым требовалась помощь как по дому, так и в колхозе. И навоз возили, и пахали, и сеяли, и серпом жали. Как, не знаю, как справляли. И главное ведь, если ты неаккуратный, и твой след идет, соберут это колосья, наказывали. Когда до родной деревни Анаткасы Аликовского района докатилась молва о подступившей беде, Кузьма Трифонов пас скотину в поле. Вспоминает, пришел мужчина и сказал коротко и страшно: война началась. Мальчишки сразу же побежали домой. В Анаткасах уже все обсуждали новость. Одним из первых призвали отца Кузьмы, а в октябре пришли за матерью. Ее мобилизовали на строительство Сурского рубежа. Поскольку она тяжело болела, мальчик вызвался пойти вместо нее. Она не может этот... Там умрет она. Я говорю, а я могу заменить? Он меня даже не спросил, сколько мне, какого года, сколько лет. Что ты умеешь делать? Я, конечно, не думал. У меня выскочил совет. Я на лошади могу работать. Так 10-летний мальчишка встал в ряды строителей Сурского рубежа. Доверили ему лошадь. На запряженной телеге Кузьма повез односельчанок за 80 километров от Анаткасов. Неподалеку от Ядрина на берегу Суры в лесу и расположились. Там нужно было рыть окопы и строить блиндажи с огневыми точками. Мальчик отвечал за перевозку людей и доставку необходимых вещей. Где-то лошадиные силы надо привезти, и дрова, и пищу подогреть, или что-то какое-то, или за пищей куда-то надо ехать, едем, или что. В общем, свободное время почти не было тогда. Это сейчас можно спокойно рассказывать такие вещи, а тогда за неисполнение приказа о мобилизации могли посадить или расстрелять без особых разбирательств. Дед этого очень боялся и просил Кузьму не проболтаться, что тот работает вместо больной матери. Но мальчик и сам это прекрасно понимал. Рассказывает, на строительстве рубежа работали очень много людей. Он видел, насколько тяжело им приходилось. Народу было много. Вот по речи, чувашской речи, русской, чаще слышно было. Вот. Но русские, откуда они? Ядринские или Горьковской области, не знаю откуда. После окончания строительства в январе 42-го тех же самых женщин Кузьма повез обратно в деревню. И там его работа вновь продолжилась. Он помогал вальщицам леса пилы точить, возить материалы. Много трудился всю жизнь. Сейчас Кузьме Трифоновичу 90. Он как минимум на 5 лет моложе самых молодых строителей Сурского рубежа. Его имени среди участников нет. Хотя это и незаслуженно, но он не ропщет. Главное, чтобы потомки знали обо всем, через что пришлось пройти старшему поколению. Наталья Егорова, Алексей Енейкин, Виктор Степанов. Вести Чувашия.
Шаги от пьедестала почета. На проходящем в Москве чемпионате Европы по тяжелой атлетике подопечная столичной спортшколы имени Валерьяна Соколова, мастер спорта России международного класса Александра Козлова заняла 4-е место в весовой категории до 59 килограммов. Для действующей чемпионки России чемпионат Старого Света был вторым в спортивной карьере. 2 года назад воспитанница заслуженного тренера страны Геннадия Иванова в грузинском Батуми с результатом 213 килограммов завоевала бронзу. Ныне этого результата уроженки Ядринского района вполне бы хватило для оформления титула чемпионки Европы. Новоявленная чемпионка континента Баянка Костова из Азербайджана завершила выступление с результатом 211 килограммов. Нашей тяжелоатлетке покорилась штанга общим весом лишь 202 килограмма. Выступлением, конечно, немного разочарована, но на то есть причина. Не зря было такое выступление. Именно перед отбором, именно в состав команды, сначала у меня вылезли болячки, так скажем. Это аллергическая реакция. Сначала была потом защемила спину, буквально через 2 дня. Мне нужно было уже поднимать. Я подняла и прошла отбор. Меня взяли в команду, да, я понимаю то, что в результате, конечно, не улучшено, но зато есть к чему стремиться. Лыжники республики закрыли весенний соревновательный сезон. Как утверждает мой коллега Вячеслав Ильин, свободный стиль гонки и состав эстафетных команд позволили участникам лихо пронестись по последнему снегу. Лыжники республики зимний соревновательный сезон 2021 года проводили стартами открытого первенства столицы республики в эстафетных гонках. И хоть соревнования отнюдь не рейтинговые, без звездных имен дело не обошлось. Организаторы соревнований, руководство столичной спортшколы имени 4-кратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова отошли от классики лыжной эстафеты, сократив до 3 количество этапов. Это позволило принять участие в состязаниях не только чистым лыжникам, но и коллегам по циклическим видам спорта. Так, в составе женского трио хозяек соревнований оказалась серебряный призер прошедшего недели ранее в Андорре чемпионата мира по зимнему триатлону Ольга Черемисинова. Приглашение случайным не назовешь. Спортивную биографию новоиспеченная триатлонистка, специализирующаяся ныне в маунтенбайке, начинала с занятий в секции лыжных гонок. Правда, наличие опыта и награды планетарного масштаба не помогли команде второй спортшколы попасть в число призеров. Победу одержала дружина второй школы Олимпийского резерва. Впрочем, причина была уважительной. Чисто технически лыжи ехали довольно хорошо. Но палки подвели из-за того, что маленькие лапки, предназначенные для жесткой трассы, здесь они довольно проваливались сильно. Не оттолкнешься вот. Да. В споре юноши и мужчин в эстафетных гонках 3 по 3 и 3 по 5 километров также обошлось без неожиданностей. В обеих возрастных группах на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись воспитанники Республиканского центра зимних видов спорта. Мы рвемся к чему? Необходимо, чтобы у нас было не менее 2 мастеров спорта и где-то порядка 3-4 действующих кандидатов в мастера спорта. Тогда мы можем ставить вопрос о базовом виде спорта, и тогда, наверное, нам будет легче и выезжать, и будет, наверное, легче и финансирование какое-то там достигаться. То есть эта материально-техническая база, она очень большую роль играет на сегодняшний день. Вячеслав Ильин, Вести, Чебоксары. Таковы вести на сегодня. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире.